Такая машина пока единственная во всем Приморье. Уссурийский водоканал использует новый технологичный автомобиль уже 1,5 года. С его помощью промывка коллекторов и канализационной сети проходит быстрее в разы. При этом принцип работы достаточно прост. Под действием струи воды размывает засорение в приемный колодец и, соответственно, оттуда потом чистится. Вот. Данная машина работать может только при плюсовых температурах, так как мы все знаем, что вода при 0 градусов имеет свойство замерзать. За пару месяцев возможно очистить систему канализации целого микрорайона города. Проверяет качество очистки специальный робот. Его опускают в коллектор, где на глубине происходит обнаружение опасных участков. Также мастер видит, достаточно ли хорошо очистилась канализация. Как были случаи, в больших городах проваливаются дети, машины. Вот, чтобы такого не случалось, мы следим за состоянием труб изнутри, чтобы не было никаких дефектов, переломов, изломов. Если что-то находим, сразу сообщаем, и это все устраняется. Совершенствовать технологии водоснабжения и водоотведения в округе с этого года станет проще. Ведь с недавнего времени вступили в силу новые правила. Теперь предприятиям необходимо платить дополнительные взносы за ущерб сетей. До этого все восстановительные работы приходилось делать за счет водоканала, который нес огромные затраты. Надежда Якушенко, Анатолий Молчанов, Телемикс.